В четверг в Ивановском спорткомплексе «Энергия» прошел второй матч тура первенства России по баскетболу среди женских команд Суперлиги-2. В первом соперник, ростовская команда «Шахты», одержала верх над «Динамо Энергией» со счетом 59-70. И все же по итогам тура победа осталась за нашими спортсменками. Игра завершилась со счетом 76-68 в пользу хозяек паркета. Наибольшее число очков в копилку ивановской команды принесла Екатерина Кузнецова. С учетом результатов этого тура «Динамо Энергия» поднялась на четвертую строчку таблицы чемпионата. Позади у Ивановых 10 игр. В четырех из них наша команда победила. Следующий тур состоится 8 и 9 декабря. Также на паркете «Энергии». Соперник – команда «Юность» из Пензы, которая находится на третьем месте.